Доброе утро. Как ваше настроение? Быстро вы приехали. А я старался. Вдруг вы замерзнете? Да я не замерз. Да. Я думал, может, это девушка здесь стоит живет. Я все равно старался даже. Ну, а что там отмечается? Дмитрий. Что? А там, наверное, отмечается. Нет. Добро пожаловать. Да. Не забудьте привести внутреннюю безопасности. Даже на заднем сиденье. Раз вы Дмитрий, то я Игорь. Чего я? Ну как ваше настроение? Нормально, отлично. 7 часов на работе вообще. Все 4, все отлично. Будет просто лучше и все, на это не рассчитываю, я уверен, что так и будет. Уважаемый мой друг, наша поездка уже приближается к концу, поэтому я хочу успеть вам пожелать хорошего дня, отличного настроения, берегите себя, не болейте, будьте здоровы. За бортом 1 градус, выше 0, будьте здоровы, берегите себя. Спасибо, спасибо, что вы выбираете нас. С улыбкой, очень спасибо огромное даже. Всегда только вас выбирать. Спасибо. Это моя собственная инициатива нормальная получается.